Всем привет! Сегодня началась типичная курильская погода, и мы сейчас находимся в кратере Нижнего вулкана и будем подниматься на Барановский вулкан. Хочешь песенки? Бегаешь, прыгаешь? Ага, я тоже не понравилась, да? Здесь продают местные чашки, сделанные из местной глины. Такие вот. Склад местного? Мы подождали свою очередь в домике, потому что уходит очень много туристических групп, и все будет по очереди. И вот сейчас мы будем отправляться. У нас находятся кремниевые воды. Вот на острове есть около 3 различных вод. Есть радоновые, есть серные, есть кремниевые. Кремниевые считаются у нас одни из самых лучших, тем, что уровень кислотности такой завышенный. Вот для сравнения, pH нашего тела составляет 5,53, здесь вот уровень кислотности 5,51. То есть практически нейтральная водичка, никакого раздражения, очень мягкие воды. И вот хорошо лечит у нас кожные заболевания, суставы. Вот такой вот мутненький оттеночек, это у нас как раз из-за нашей грязки бальнеологической. Сейчас мы с вами поднимемся, увидим наши грязевые котелочки, наполненные термальной водой. Оттуда стекает лечебно-бальнеологическая грязь, объединяется с нашим врачом. За счет нее как раз целебные свойства усиливаются. То есть ученые уже доказали, сделали бальнеологическое заключение, то, что у нас лечит все. Ну, что они могут еще написать, да, у нас ученые? Что и кожные заболевания, и суставы лечат, и внутренние заболевания сейчас доказали. Сам этот ручей у нас холодный, серный ручей, а вот ключник бьет 80 градусов. У нас по краям везде. Тут дырочка появилась. Угу. Вот сейчас у нас оттуда газа пара выходит, уже корочка обваливается. То есть вот эта вот корочка у нас упадет, под ней у нас находится глубина, высокие температуры. То есть это будущий котел у нас грязевой. То есть угу. Так мы и понимаем, где у нас котлы рождаются. А вот эта трещина на камне? А, вот это? Да. То есть это, он у нас тоже теплый, тут и здесь земли, вот этот вот участок у нас прогревается. То есть тут вот этот участок, он опадет рано или поздно. А зимой снега нет здесь? Зимой есть. То есть он до 2 метров успевает подостыть, растаять. Ну вот все равно. А вот где домики стоят, у нас под 5 метров сугробы. Здесь какая-то труба прям с вершины вулкана все это надувает, и вот такие сугробы у нас есть. Ну из-за того, что здесь теплые земли, он до 2 метров успевает растаять. Это у нас, здесь мы находимся с вами сейчас в кальдере вулкана. Это вот 3-я нижняя кальдера. Всего же вулкана Баранска имеется 4 вершины и 3 кратера. Начиная. То есть потом здесь оттуда дырочка появится, и эта вся корочка у нас опадет. То есть вот так вот. Аккуратненько. Виднеется. Когда у нас коты затухают, они у нас покрываются корочкой. Кажется, что земля надежна, на самом деле под этими корочками у нас находятся глубины, температуры, наступить провалиться и облегчить запуск. То есть вот так тоже у нас родится тот горячий котел. Вот, по крайней мере, везде у нас ключи такие бьют маленькие. По краям этого термального ручья у нас вот эти котлы, стекает грязь, и вот за счет этой грязи, как я вам говорил, целебные свойства этого ручья у нас усиливаются. Вот так вот. Сейчас вот. Дышит. Угу. Видел, да, вырушить? Давай. Сядем. Ну, как будто на последнем издыхает. Здесь у нас составляет 6 метров у этого котла. То есть у того у нас 8 целых. То есть это еще не предел, как я вам говорил, они у нас каждый год расширяются, углубляются. Вот новые котлы образуются, вот каналы подземные. Здесь как раз и подземный канал проходит. Да, практика, мы не стоим. Когда будем подходить к тому котлу, либо справа, либо слева, справа поднимайтесь. Вот наша грязь уникальна тем, что это чисто неорганика. Вот, во многих грязелечебницах, где вот есть вообще эти грязи, это чистая органические грязи. То есть перегной вот эти объединяются с неорганикой, очень целебный, полезный, но при этом очень едкий, вонючий запах, который выходит оттуда. То есть а наша грязь, она не такая едкая, вот и запах сероводорода, он хоть и чувствуется, но не в такой степени, как мог бы у органической грязи. То есть это все минералы, которые у нас, то есть выщелываются с камней, с почв, объединяются с термальными водами,
камни вот эти вот все расплавленные у нас при температуре свыше там 400 градусов внизу. То есть вот это вот все у нас выходит наружу, объединяется с нашей глиной, и в дальнейшем из глины вот этой, которая покрываем, получается вот эта булькающая сопочная грязь. С каждым годом все глубже и шире становится, прям целенаправленно идет в ту сторону. Как я сказал, здесь подземный канал, да, и проходит. И вот они, в конечном итоге, у нас объединяются. Эти котла будут большой, огромный силокотел. 90 градусов больше, то есть температура. Это кремниевый ручей, здесь 90, здесь 60 градусов стекает. То есть вот так. А это у нас уже термосильные водоросли. Вот эти вот слизи, да, которые такие вот противники, бе-бе-бе, такие, бега. То есть она у нас термо, то есть любящая тепло водоросли, да, размножается у нас в минеральной воде и от температуры 60 и выше градусов. А, тоже полезные, наверное. Тоже полезные, да. Все полезное. То есть в Алтайском крае тоже там есть эти термосилы, и там местное население тоже вымывает и обмазывает. Идет он как водоросля, а это вот уже симбиоз? Да, а это вот красненькие грибы у нас, споры от него. Грибочки маленькие. Мы приехали в очень красивое место на источнике. Сейчас будем купаться, дождик уже прошел. Здесь, конечно, красота. Здесь такая красота, и просто не описать словами, что сделала это сама природа. Очень красиво и как необычно. Сейчас ждем 8 минут, и у нас будут готовые вареные яйца. Какая красота! У меня такая телепередача была в нашем детстве. Какая? Смотрите, спорт лото, и она там выкладывала. Я так любила это смотреть. 13. А, такая, 13, да. И выигрывает. Ой.
Лото 80, что ли, называлось. Посмотрите, какая тут красота. Это просто не описать словами. Все вот в таких ванночках. Вода в разной температуре. Где-то есть чуть погорячее, вот как здесь. Здесь прям нужно привыкать. Где-то есть просто теплая вода, но виды просто шикарные. Вот такие вот источники. Мы искупались в термальных источниках. Это просто какие-то незабываемые чувства. Но минусы в том, что начинает спустя какое-то время кожу щипать. Особенно если какие-то есть раны. И вообще находиться там больше 15 минут нежелательно. Вообще, ну, дается времени 2 часа. За это время успеваешь покушать, сходить в душ, искупаться в термальных источниках. Но все же вот есть вот это ощущение, когда щипит все тело. Даже после того, как ты омылся душем. Душ, кстати, выглядит вот он сзади меня, вот такой вот душ, и идет только холодная вода, вот, но вообще в целом, конечно, удивительное какое-то создание природы, и ты понимаешь, что человек практически не свою лепту не внес в это, и это очень удивительно. Мне это пока понравилось больше всего.